Он напишет, почитает и скажет: мам, послушай, как я написал. А мы понятия не имели, что это за поэзия такое. Ну, написал и кладет, и собирал все в папку, собирал все. А ведь я занята крестьянскими делами была. А он занят головой, у него работала голова именно на том, чтобы читать и читать. Бабушка, расскажите, как он в детстве жил, Сережа? Да. Родился он в селе Ксантинове, читал он очень много всего. И жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он ляг, уснул. Но он на это не обращал внимания, он опять зажигал и читал. Да читается до такой степени, рассвинется и не спамши поедет учиться опять. Это такое его было, жадность к учению, и знать все хотел он. Он читал очень много, то я не знаю, как сказать сколько, а начитан очень много. Я маму мою обидел. Теперь никогда, никогда. Из дому вместе не выйдем. Не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет. Я ей не помашу. Она ничего не расскажет. И я ей не расскажу. Возьму я мешок за плечи. Я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче. Уйду я. Уйду в тайгу. Я буду ходить по следу. Я буду искать руду. И через бурную реку строить мосты пойду. Я буду главный начальник. И буду я с бородой. И буду всегда печальный. И молчаливый такой. И вот будет вечер зимний. И вот пройдет много лет. И в самолет реактивный мама возьмет билет. И в день моего рождения тот самолет прилетит. И выйдет оттуда мама. 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 И мама меня.